лет, привет, Азербайджан. Вот я держу в руках свою 4-ю олимпийскую медаль. Конечно, она не золотая, как хотелось, но эта история, это 4-я олимпийская медаль, это труд больше 20 лет моей работы. Первый, когда проиграла, была, конечно же, расстроена, что золото не получилось все-таки его взять, но сейчас я понимаю, насколько важна эта бронзовая медаль, и благодарна Богу за то, что она у меня есть. Спортивные планы пока что отдохнуть немножко, потому что подготовка к Олимпийским играм – это большая психологическая нагрузка. То есть думаю, что месяца 2-3 точно надо отдых, чтобы дальше потом с нормальным настроем дальше работать.